Музейный комплекс парка Толстого готовится к открытию выставки Натальи Ждановой. Экспозиция, названная «Цветочная эволюция», включает полсотни работ художницы. Здесь можно увидеть академическую многослойную акварель, графические и экспериментальные работы. В преддверии лета, в преддверии цветочного сезона я представляю свой проект «Цветочная эволюция». В метафизических натюрмортах цветок является как бы самым главным действующим лицом, который создает метафизическую физическое пространство некой другой реальности. Все работы на выставке будут иметь уникальные QR-коды, при наведении на которые пользователи смогут перейти на личный блог художника. Там начинающие живописцы могут найти дельные лайфхаки и полезную информацию. А вот 1 июня здесь же в музее Наталья Жданова проведет мастер-класс по академической акварели, который сможет посетить любой желающий. На мастер-классе можно задать любые вопросы, я с удовольствием на все отвечу, по материалам, по технике. Ну и вообще на творческие вопросы, на любые отвечу. Это первая крупная выставка Ждановой в Химках. Экспозиция будет доступна для химчан в течение 2 месяцев.